Могилевские бойцы клуба «Хантер» удало выступили на Кубке света по кикбоксингу, який проходил у Сегеде, Венгрия. 6 спортсменов усе с медалями, 3 из яких – золото. По медалевому залику лидер сярод усіх белорусских клубов. По ходу боев ребята, скажем так, меняли и манеру боя, как бы перестраивались. И были такие вот моменты, когда с одним соперником нужно было работать в одной манере. И мы своих соперников как бы знали, защищали их. Вот. На второй бой выходили, там уже парень работает по-другому. И, соответственно, мы готовили какие-то домашние заготовки, но как бы отрабатывали уже в другом как бы стиле. И это приносило как бы, да, успех. Дмитрий Романов, Артем Винник, Микита Сапрань. Отзначить треба особливо. У жорстким супротстоянии вышли переможцами. Дмитрию Романову у полуфинале и в финале пришлось боксировать с соотечественниками. На протягу года яны перемагали, але тут отрымался знайсти ключи до оппонента. Когда этот с Карнажицким дрался, надо было быть пожестче, скорее так. А когда с Петровским, надо было он всегда на меня, получается, вперед. Надо было или вот в сторону уходить, начинать свою атаку. Или делать слона. Это что значит? Прием такой, когда ломаешь атаку и все у соперника. Микита Сапранько, ваговая категория 67 кг. Так само провел 2 боя. Спочатку с финном, потом финал с белорусом. Суперники подобны по манере ведения поединка. Тому перевага могилевца выглядала видовочной. Финн был левша. Левши, как по правилам, очень сложные, хитрят, очень хорошо обманывают. Не давал работать, ему действовал первым номером. Вот. Белорус был чуть выше, на голову где-то. То же самое, не давал, работал первым номером, не давал ему работать. Вот. Там бы все просто. Для Артема Винника это уже другое золото Кубка Свету. Отзначился у минулым ходе. На этот раз серьезная встреча с сербским бойцом. Працуя на рензе докладно, але Артем до третьего раунда вырашил, как кажут, все питания. Я настраивался только на победу. Я создавал темп, я проводил темповую работу, не давал, как бы, он не ударил, я ему ударил, не давал ему меня обыгрывать. Вот так и как бы выиграл его. Зараз могилевцев чекает перепынок у спаборництвах, сборы и тренировки, але хутка спортсмены знову збираются нагадать про себе. Зразумела, добрыми выниками.